Всем привет, друзья! Сегодня произошел совсем курьезный случай. Один из обиженных, который бегает по карте, по Азову и Новке за ПК, вошел в Дискорд, и давайте же послушаем, что он там наговорил. Не создали что-нибудь умное, да? Начинай, Фёдор, я тебя слушаю, Синька. Ах ты меня позвал сюда? Нахуй мне начинать? Но ты мне хотел рассказать за то, что вот это ПКшить понял плохо. Давай, я тебя слушаю. Что ты мне скажешь? Дебил конченый. Я тебя слушаю, давай. Иди-ка нахуй, тебя слушаю. Ты меня сюда позвал, и я тебя слушаю тоже. Да, я тебя позвал. Да ты же мне что-то хотел сказать, то, что там ПКшить это плохо и так далее. Ну что ты же сказал, там мне насышь куда-то наебало, там что, давай. Так я тебя могу насать? Ну давай, подскакивай, насышь. Короче, смотри. Ты ебучая свинья. Есть вопросы учащие? Да, с чего ты это взял? С того, что ты, уебище, не можешь играть своими руками и начинаешь, как конченое чмо, донатить бесплатную игру. Слышь, что, я тебя сейчас своими руками не один раз убил. Ты что, блядь, ебланда? Давай, начинай, я тебя слушаю. Аргументы какие? Ой, ты дебил, короче, ты малолетний уебище, а? А, да, больше нет слов. Да. Хуй, на. Что еще скажешь? Сколько в игру задонатил бесплатно, уебище? Нисколько. Скажи, признай. Тебе какая разница? Тебе завидно? Нет, просто понимаешь, прикол в том, что мы тебе все равно в игре как бы насым на твою лысину. В этом как бы весь казус. Понимаешь, нет у меня лысины. Ты даже меня не знаешь, не видишь. Да, я по голосу слышу, что ты жирненький. Нихуя ты ебать тело. Да. Я слышу просто по ноткам твоего замечательного голоса, что ты жирненький. Все, анонизм, да, есть это разно. Давай. Конечно. Я люблю таких свинок, как ты. Молодец. Домосед, блин. Не, ну ты похрюкай еще за веселую беседу с хряком. Я давно с хряком не общался. Как вообще твоя жизнь хряча? Ой, иди нахуй, долбоебина. Ну ладно, я пойду. И все, и он тупо отключается. Блядь. Это было неинтересно. Короче, надо его слить пару раз, чтобы у него жопа погорела. Блять, я, короче, не от имени администратора запустил, а не мог говорить. И пожалел. Дискорд вот у него есть такая. Я, короче, предлагаю постоять, покараулить его, потому что он сейчас стопудово прибежит. Так я говорю, он сейчас сюда 100% прибежит. Он же сказал, что тебе пизда. Ебашьте его. Я тебя сейчас своими руками не один раз убил. Ты чё, блядь, ебать?